В 39-м царстве, в некотором государстве, жили-были людоед и прекрасная принцесса. Однажды они повстречались и полюбили друг друга. Не гони коней, кучер! Я Алистер. Алистер? Это еще что за имечко? Тебя, небось, в школе дразнили? Я рассказываю сказку. Тогда ты рассказываешь неверно. Вот смотри, как надо. Жили-были людоед, принцесса и благородный, миловидный, великолепный осел. Прошу прощения, осла-то я и позабыл. Итак, однажды людоед и принцесса повстречались и полюбили друг друга. Со слом. Злые силы пытались их разлучить, но, как сказано в сценарии, любовь все победит. И они и оглянуться не успели, как поженились, и букет был очень вкусный. И после долгого медового месяца они вернулись домой, где их ждал вездесущий, надоедливый и до отвращения верный спутник и товарищ осел. Алистер. Осел, мы вернулись! Так скоро? Что же во имя всех королевских лошадей здесь произошло-то? Что произошло? Я тебе скажу, что тут произошло! Черти, что тут произошло! Вот что тут произошло! Смотри! Солдаты опять пытались арестовывать волшебных существ! Представляешь себе? Шрек, этот плакат надо сорвать. Надо защищать своих друзей. И еще, Шрек, плакаты — это еще не главное. Ты только глянь, монеты прямо в воздухе! Их надо все собрать, они нам понадобятся. Тут они тоже повсюду. Вон там, вон тут, в воздухе. А еще их и в ящики попрятали. А вот, глянь, если прыгнуть на кувшинку, вау, то она тебя подбросит. Ой, а еще в воздухе есть чистая энергия, пища героя. Зачем они тут? В том смысле, что вкус у них как у мазута. Но если ты их съешь, то полон сил. Но все же... Ну да, энергетическая пища героя. Почувствуй себя героем. Герои потребляют их с прошлого года. Странно все-таки, что они прям просто так в воздухе висят. У меня от этого мурашки по шкурке. А еще мы едем далеко-далеко на ваш свадебный бал. Наше что? На ваш свадебный бал. Приглашение принесли, пока вас не было. Я что, не сказал? Но мы не можем уехать, пока ты не разберешься со всем этим. Да ладно, поехали. Не трать зря время. Нас ведь ждет свадебный бал. Вперед, мой друг, вперед! Ладно, наверное, надо собираться. И еще одно. Осел! Прибраться мне вообще-то некогда было. Все время что-то звонкое такое отвлекало. Осел! Да ладно, Шрек, не придирайся к деталям. Тебе надо просто сорвать тот плакат и все. И еще прихватить все монетки по дороге. В далеком-далеком нам деньжата пригодятся. Так что давай собери их все, сколько есть. Чтобы прыгнуть на кувшинку, нажми на эту клавишу Ctrl. И еще, правда, ехать дело долгое. Гораздо быстрее получится, если прыгать по кувшинкам, понял? Давай, прыгай. Можно монеток собрать. Я грушу свою боксерскую проверишь? Затаим свой добрый старый раз-два бумбац-хухачу и собери трофеи. Левой кнопкой мыши его, левой кнопкой мыши. Если видишь высокий выступ, такой, что не дотянуться, ты к нему подбеги и автоматически залезешь на него. Странно, не правда ли? Если ты сюда прыгнешь, то сможешь ухватиться за эту лиану. Ура! Получилось! Теперь стрелками влево и вправо перемещайся по ней. Когда решишь спрыгнуть, нажми стрелку вниз. Чтобы перебраться через этот разрушенный мост, тебе придется сделать двойной прыжок. Просто щелкни два раза правой кнопкой мыши. Вот в чем тут штука. Щелкаешь правой кнопкой мыши, подпрыгиваешь, а когда будешь в верхней точке, щелкаешь еще раз. Получается двойной прыжок. Сам увидишь, это очень просто. Потренируйся немножко и научишься. Это не так сложно. Опа! Опа! Видишь эти ящики? Ты их можешь взломать из очистки одной левой кнопкой мыши. Гляди, гляди! Четырехлистный клевер! Только отсюда ты его не сможешь достать. Ладно, успеется. Прыгни на блестящую кувшинку, тебя подбросит, и ты перелетишь через колючки. Левой кнопкой мыши щелкнешь, пробьешь доски. Не забывай вот об этой пище героев, Шрек. Она помогает восстанавливать здоровье. Меня зовут Рой. Я фея сохраненных игр.
Если ты меня увидишь, подбеги ко мне, и я сохраню твою игру. Правда волшебная. Молодец. Чтобы дернуть за рычаг, встань перед ним и щелкни левой кнопкой мыши. Сломай эти доски и возьми клевер четырехлистный. Обычно они во всяких тайных местах растут, и достать их непросто. Но зато, как достанешь, так у тебя столько здоровья появится. Клеверон четырехлистный. Люблю все зеленое. Глядишь, Рэг, тут окошко, как в Макдональдсе. Подходишь и покупаешь зелье, какое хочешь. Они теперь повсюду. Рекламу видел? Если у вас проблема, приходите в зелье для веселья крестной. Мы вам с радостью поможем. Предлагается жабья вода Кваква. Ваши враги заквакают. Сонный газ, седьмой сон. Вы еще не спите? Тогда мы идем к вам. Может вызвать головную боль и утрату конечности. Или пусть у врага захватит дух от ароматизатора под ядреной. У вас большие проблемы, уменьшите их. Пыльца для мальца. Подарок 2% глаз ящерицы. Не успели побриться, недовольны своей внешностью? Вам нужен крем-невидимка. Новая упаковка, видимый флакон. И не станем забывать наше самое популярное зелье. Один глоток приворотного зелья очаровашка растопит самое ледяное сердце. Запасы ограничены, спешите сделать заказ. Не зря меня зовут Крестная Фея. Посетите ближайший центр продаж зелья для веселья Крестной Феи. Крестная Фея, нет проблем. Все изображения, слоганы и каламбуры в данной рекламе копирайт ЗАО Крестная Фея, а также общество за переизбрание короля Гарольда. Давай-ка посмотрим. Добро пожаловать в зелье для веселья Крестной Феи. Ваши проблемы – наше решение. Вот этот мерзкий плакат, я тебе говорил о нем. Нажми левую кнопку мыши, чтобы содрать его. Пусть и одного не останется. Поговаривают, что кто сорвет 3 таких плаката, получит награду. Эй, надо тебе коллекцию собрать. Видишь, когда-нибудь за ним что-нибудь дадут. Получилось, Шрек! Все опять как прежде! Кто заказывал карету? Неужели я не был мучивых? Я заказала. Далеко-далеко, очень далеко. Все собрано, можно ехать. Готов к дороге? Ой, наверное. Не волнуйся, ты им понравишься. О да, Шрек, они тебя полюбят. В смысле, я люблю. А чего они любят? Мы едем в путешествие, мы едем в путешествие. Что может быть веселее, чем долгое путешествие вместе со мной? Зубы сверлить или волосы из носа по одному выдергивать? Ну что, приехали? А теперь? Да я так пошутил. А если серьезно, приехали? Знаешь, о чем я думаю? Нам бы надо рок-группу сколотить. Да, кстати, а кто принес трубу? Шрек, не засада ли тут пахнет? Вообще-то это мог быть и я. Вспоминается то приглашение на свадьбу. Извини. Осел! Прости, Шрек. Эй, глянь, он наше колесо стащил. Пойду-ка я гляну. Шрек, не ходи туда. Ты же слышал, что она сказала? Там засада. Не боись, осел, я же людоед. Если ты только не знаешь чудовище, которое могло стащить наше колесо. Не, ступай, найди наше колесо. И поскорей. А насчет деревьев, они все время падают. Ничего с тобой не случится. Разбойники! Шрек, я помогу! Нет, не бросай меня, пожалуйста! Мне тут будет так страшно! К тому же Шрек все сделает. Смотри, чтобы сделать удар, надо щелкнуть левой кнопкой мыши. Если разбойник тебя ударит, то слямзит у тебя монетку. Ударив его в ответ, ты сможешь легко сделать двойной удар, щелкни два раза кнопкой мыши. Левый, два раза. Чтобы сделать смертельный удар, надо трижды щелкнуть левой кнопкой мыши. Ты с ними не фамильярничай. Вот я погорячился немного. Колесо сейчас будет наше. И это наше первое ограбление. Йо-хо, задаем, Шрек. Если давай, хочешь им показать, Шрек, кто тут самый... Разберись с ними. Щелкни три раза подряд левой кнопкой мыши. Получилось же. Не вышло. Значит, извини. И тебе доброго дня. Ну и денек.
Теперь ты не уйдешь. Больно будет. А? Прощайся с колесом. Колесо надо вернуть, а то мы ехать не сможем. О, Шрек, ты им задал. Я-ха! Где этим разбойникам с тобой тягаться? Сначала было бах, потом бабах, а потом я ног не чувствую. Так, колесо на месте. Ну что, продолжим наше чудесное путешествие? Эй, Шрек, что-то у тебя лицо малость позеленело. На, попробуй-ка это. Может, мы потом еще таких найдем? О, тут нам не проехать. Деревья, Шрек! Может, кто еще попробует помешать мне? Видишь ли, из каждой ситуации есть выход. Знаешь, деревья эти сухие, растрескавшиеся. Наверняка ты сможешь по ним вломить и как пробьешь там дорогу. Давай, здоровяк! Это называется портфелес. Далекая, вот и мы! На всех четырех колесах! Ай... Приехали. И вот они приехали в далекое-далеко. Родителям Фионы очень хотелось увидеть, как же выглядит их новый зять. Надо ли говорить, что Шрек не оправдал их ожиданий? О, это надолго. Эй, если бы люди хотели почитать, они бы книжку купили. Ладно. Короче, Шрек с королем за обедом принялись друг друга оскорблять. И этим расстроил Фиону. И тут вдруг появилась крестная фея. Знаешь что, Алистер, давай теперь я. Она типа, ах, ты опять будешь красавицей, только выйди замуж за моего сыночка, прекрасного принца. А Фиона, конечно, ни в какую. И знаешь почему? Ответ прост. Шрек. Слушай, что эта ведьма делает? Она же идет короля пугать. А на следующее утро король пригласил Шрека на охоту, но это была ловушка. Я-то, конечно, сразу почуял неладное, поэтому решил на всякий случай увязаться следом. Где же все? Обожаю охоту. Только где же они все? Не знаю, король сказал, мол, под деревом встретимся. А, ну конечно, под деревом. Ну, это будет несложно. В лесу всего-то 4 миллиона деревьев. Этих деревьев дурацких тут столько, что я за ними леса не вижу. Где-то он тут должен быть, наверное. У тебя бывает такое чувство, как будто за тобой следят. О, что это было? Знаешь, осел, я думаю, что тут в лесу вряд ли есть кто-то страшнее людоеда. Людоеды? Где? Эй, есть тут кто? Теперь-то я точно что-то видел. Так. Кто тут? Так, очень смешная игра в лопугай осла. Пойду-ка я проверю, в чем тут дело. Ты ступай, я тебя догоню. А если короля увидишь, скажи, что я скоро буду. Ладно, только ненадолго, а то еще перепугаешься без меня. Я просто пойду все дальше и дальше в этот темный страшный лес. Ведь я отважный, благородный осел. Что это было? Что это было? Я же слышал! Добро пожаловать в зелье. Этот крем сделает это средство для уменьшения. Оно вас... Спасибо за покупку. Слушай, взгляни на эти тыквы. Подходи к ним и щелкай левой кнопкой мыши. Ты их поднимешь. А потом еще раз щелкай, их надо метать, пока они не взорвались. Старик, это ты? Слушай, хватит уже шутить, а? Похоже, что единственный способ опустить мост — легнуть вон ту веревку. Может, того типа можно уговорить мне помочь? Ха! Вообще-то жареные ослиные уши — это вкусно! А может и нет. Теперь, я полагаю, самое время применить приворотное зелье. Или хоть какое-нибудь. И зелье, нет зелья, мне все равно надо туда допрыгнуть и сбить веревку. Для осла, у которого черный пояс по нажиманию кнопок, один враг не враг. С блестящего гриба я высоко подпрыгнул. У нас сегодня... Все, я в бешенстве! Я хорош.
Эта соломка тут специально, чтобы мягче падать. Ты заслужил этот приз. Пробеги по этому месту и собери все монеты, сколько сможешь. Это тебе не игра, время ограничено. Внимание, марш! Кажется, нас провели по-королевски. Не люблю природу. Природа и говорящая слова несовместимы. Вообще-то я в первый раз на охоте. Люблю монетки. Просто хочу, чтобы все поняли, что на меня охотиться нельзя. Что-то тут есть странное. И что, интересно, король задумал? Слушай, я не ботаник, но это дерево явно какое-то злобное. Я думал, в лесу полно длинных маленьких кроликов, а не нервных деревьев и антиэстивных банд. Увижу пищу для героя, съем. И точка. Даже восклицательный знак. Собрать 3 штуки, получишь награду. Ну сколько же еще мне терпеть? Сделай так, чтобы я подпрыгнул, а пока я буду в воздухе, нажми левую кнопку мыши. Тогда я сделаю удар в прыжке. Молодец.
Что, дурак? Ну что, видишь меня, видишь? Я хорош. Все, ты попал. Заработанная копейка — это... О, цветочные драконы — жуткие существа. Не нравится мне это дерево. Ну что, теперь понял, кто думает? Хорош. Это дерево надо как следует мучить. Все, я разозлился. Все, я разозлился. Ау! Ау! Сколько еще мне терпеть? А, гляди, какой он может! Все, видел! Добро пожаловать в зелье довеселья крестный фей! Все ваши враги превратите своих врагов в чистого вычи! Дай мне найти еще пять этих разыскивать! Говорят, что если собрать три штуки, получишь награду! У меня на лес аллергии. Даже справка есть. Увижу пищу для героя, съем. И точка. Даже восклицательный знак. Да, еще когда? Я хорош. Можно считать меня параноиком, но это дерево мне не нравится. Как же я в это ввязался? Так. Лошади мои силы! Берегись! Бесплатная еда. Я думаю, это очень удачное и нисколько не подозрительное совпадение, потому что я такой голодный, что думать как следует не могу. Жаль, что Шрека нет, вот бы ему тоже. Yeah.
нужна помощь! Меня поймали! Я так и знал. Бесплатный сыр только в мышеловке. Ясен, что ты там натворил такое? Во что вляпался? Ох, как я рад тебя видеть! И тебе доброго дня. Уединёк. На помощь, ну пожалуйста. Спасибо, Жрек. Необычно, правда? Не я тебя спасаю. Ты не мог бы головой подумать, а не животом своим? Хоть на 5 секундочек. Подряд? Ой, Жрек, ты меня переоцениваешь. Ну что, куда теперь? Сюда. Осёл, ты бы не встал чудом подальше от ловушки? Да, спасибо. И как мне свою осиную шкурку перетащить на тот берег? Вот с умом надо подойти. Сохранено в лучшем виде. Здорово, что я не медведь. Не нравится мне это дело. Да, у меня корм, и я тоже лезу. Это дерево надо как следует пнуть. Так, монетки. Тыква нужна. Сейчас я себе пирог с тыквой сделаю. Добро пожаловать в зелье для веселья. Это средство, этот крем сделает вас невидим. Так валяет, что глаза режет. Снотворное с ног варит, ждем вас снова. Грибы с плоской шляпкой. Знаешь, мой дядя Кларенс как-то так и говорил. Я помню его слова, как будто это было вчера. Красный плохо, зеленый хорошо. Так что надо прыгать на них, когда они зеленые. Такому кусу нельзя верить. Вот еще один готов. А вот тебе. Вот тебе, сумасшедшее дерево. Чу!
будешь. Надо построить фонарь и ударить. Интересно, мне тут потайной ход таких, что ли? Не бей меня! Кому такой может понравиться? Я погорячился немного. Неплохо. Что? Ради всего хорошего. Мне нравится. Шрек, ты слышал? Тут тихо. Слишком тихо. Мамочка моя, Шрек! Это же пират! С хвостом и галошем! Прошу прощения, я мушкетер. Меня зовут Кот в сапогах. Ты пират в галошах. Что? Эти сапоги мне очень идут. Итальянская кожа, не что-нибудь. Они подчеркивают мою фантику. Тебе конец. Готовься к смерти. О, шанс еще раз испытать свою отвагу. Нет такого кота, чтобы людоеда победил. Ты влево-вправо двигайся, чтобы тебя пират в галошах насмерть не зацарапал. Давай, пусть кот выследит из своих собак. Почему бы тебе не взять свою йо-хо-хо и бутылку сливок и тихо-уйти? Я вас обману, вы меня и не заметите. Эй! Моли о пощаде кота в сапогах. Ты, малыш, гляди, не зевай, а то на вертел попадешь. К величайшему в жизни унижению. Замолкни, мохнатый! Перфекто, Санта-Мария Доминика, бац! Ай! Хе-хе-хе-хе! Печальный у тебя видок теперь. Тут сидяк, там сидяк. Я-то знаю, этот кот давно все продумал. Молодчина, Жрек! Надо поторапливаться. Я разозлился. Так тебе и надо. А теперь, сеньор, готовьтесь к ледяному поцелую моей шпаги. Его по спине похлопать или что? Все, он готов. Давай проверим. Попался? Ну и кто теперь тут главный? Сеньор, вы победили. Я смиренно ожидаю приговора. Человек, сделай, как он просил. Пусть твоим приговором будет смерть. Кия! Что? Нет, Асен, я котят не обижаю.
Ну, конечно. Да-да, ты ешь их на завтрак. Ты их наизнанку выворачиваешь и на голове носишь. Ты ненавидишь их? Ни за что. Они на вкус сальные, и шляпы из них кривые выходят. Да будет так. Тогда я должен стать твоим верным спутником. Подумай-ка еще разок. Место верного спутника занято. В уплату за мою бесценную легендарную жизнь. В конце концов, меня послали убить тебя. Послали? Кто послал? Король, конечно. Видишь, я же говорил, рыжим котам никогда нельзя верить. Просто никогда. Почему ж так королю не нравится, чтобы мы с Фионой жили счастливо? Что ж, если все, что тебе нужно, это счастье, тебе стоит обратиться к крестной фее. Зовут ее здесь, неподалеку. Позволь мне проводить тебя туда. Путь будет не слишком долгим. Ты знаешь, как туда попасть-то? Си, сеньор. Я много раз метил эту территорию. Счастье — это глупости. Людоед? Откуда ты взялся? Я бы навеки счастлив взял. Вот он говорил это самое. Людоеды не могут жить долго и счастливо. Уходи. Мне нужно зелье навеки счастливы. Да, кот в сапогах. Это было совершенно глупо. Ну и дама. Просто ведьма. Шрек, а тебе идет. Ну, спасибо тебе, осел. А теперь пошли, больно уж тут душно. Могу поспорить на Вискас, то, что мы ищем, спрятано где-то в той комнате. Идти надо именно мне. Я намного ловчее, чем ты, гораздо умнее, чем осел, и могу пролезть в эту трубу. Верно, кот. Ты сможешь забраться по трубам и втиснуться в вентиляцию. А мы тут спрячемся, пока ты зелье отыщешь. А еще я там в комнате справа рубильник видел. Может, он дверь открывает? Эх, жалко, что ключа в кармане нету. Я вернусь с победой, и притом как можно скорее. Эльфам не попадайся. Не буду. И осторожней там. Так точно. И зеркала. Но нет, ты же не будешь отвлекаться на себя. Будем драться. Содержать посторонних. Когда эта лавочка загорится, я нажму эту кнопку. По-моему, здесь можно пролезть. Сейчас я вскочу туда со свойственной мне ловкостью. Yeah.
Если я все точно рассчитаю, то попаду куда надо. А это я умею. Сохранено в лучшем виде. Игра сохранена. Спасибо, Санти, за страховку. Вот как выглядит мир с мышиной высоты. Эльфы трудятся, трудятся, трудятся. Я не выдержу еще одного тренинга по сплочению коллектива. Пашешь на эту крестную... Начну-ка покупать лотерейные билеты. С этой работы я уйду только за большие деньги. День и ночь на ногах. Еще 200 лет, и я свободен. Моли о пощаде кота в сапогах, недружелюбный Лазарь. Собирать монеты совсем не сложно. Что ты, Сага, хочешь меня стукнуть? Это сладкое слово «Победа». Ох, какой я ловкий, просто как кот. Хотя, погодите-ка, я ведь есть кот.
боли. О пощаде кота в сапогах. Наконец-то подерусь. Мои усы! Какое унижение! Эту ошибку я не повторю. Ты даже не понимаешь, с кем связался. Добро пожаловать в магазин Крестной Феи. Ваши проблемы – это средство для уменьшения. От имени Крестной Феи благодарю за покупку. Эти монетки мне пригодятся. Заслужил. Уснуть и видеть сны. Вот и ответ. Готовься к величайшему в жизни унижению. Молодец. Наш план? Шрек! Шрек, я в ловушке! Осел! Нет, это в план точно не входило! Осел, придется тебе другой выход искать. Кажись, в главной лаборатории другой выход был. Увидимся! Он же был! Ага! Я!
это было зря. Я хороший. Мне не нравится Вендатан. Я осел, а не шашлык. У меня бубу перевязать надо. Блин, я хвост подпалил. Ненавижу. Выбрал сельве боли через 3, 2, 1. Отцу, наверх, давай лесу, поклон.